Добрый день, дорогие друзья! С вами Таллинский огородник и я, Елена. Хочу попросить совета. Вот у меня на данный момент венерин башмачок. Он не цветет. Я его уже показывала в своем ролике как-то. И вот посмотрите, что он мне здесь выдал на макушке вот этой вот у нас. Посмотрите. По-моему, это у нас здесь идет. Здесь вот идет. Если видно будет, конечно. А это вот, по-моему, корешок. То есть вот это вот, по ходу дела, детка. Здесь он мне, конечно, выпускает вот здесь вот корешок. Вот с этой вот. Сейчас вам покажу его. Вот видите, там корешок. Здесь он выпустил еще одну розеточку. Но вопрос у меня вот в этом. Что может быть вот здесь вот? Вот тут как бы так вот и посмотрела, да, вроде бы как корешочек. Сейчас попробую с другой стороны вам его. Вот, видите? Вот, по-моему, это вот корешок. Вот, видите? Вот, получается, что вот это вот корешок у меня. То есть это получается у нас детка, которую он... Я не знаю, есть ли такое, чтобы вот детку он пускал вот на так... вот по такому вот, вот у меня вот она вот такая. Вот это я его покупала, он был по уцененке, вот с таким вот. Вот с таким вот, и вот это вот все выросло у меня. С таким стеблем. Да, и вот, и вот этот вот стебелечек, вот этот вот, да, вот это вот отсюда и вот до сюда, это все выросло уже у меня. Я-то надеялась, что будет у меня цветение, но цветения никакого нету. Вот он мне выдал эту деточку, и вот здесь вот еще один вот этот вот у нас идет росточек. Вот он, да, как бы здесь у нас еще корешочки идут. Вот, видите, он выпускает вот эти вот корешочки вот с этого стебелечка. Вот у меня вопрос теперь, что, если это детка, то как мне с ней поступить? Большое спасибо за внимание. Всем удачи, пока-пока, жду ответов.